чуть больше полугода назад в историко-краеведческом музее Придунавья открылся обновленный павильон отдела природы. И по статистике, самые частые его посетители – школьники нашего города и района. Ну а заведующая отделом природы Анжела Степановна Диденко, имея, кстати, педагогическое образование, старается внедрять все новые и новые формы работы с детьми. На этот раз посетителями музея стали подопечные измаильского филиала Одесской еврейской благотворительной фундации Хесед Шаарей Цион. Ребята оказались очень заинтересованными экскурсантами. Внимательно слушали, задавали вопросы, переспрашивали. Но Анжела Степановна доходчиво и терпеливо все объясняла очень любопытным маленьким посетителям и даже разрешала подержать в руках некоторые экспонаты. Ну а затем в игровой форме школьники закрепили полученные знания. Брюхоногого моллюска. Двустворчатого, потому что здесь есть две створочки. Так, девочка теперь достает. Ты сумочку передавай. Рома, сумку передаем. Максимчик. Брюхоногого. Правильно, и это у нас что? Черноморский рапан. Правильно. Мальчики готовы? Давайте, доставайте. Это раковина двустворчатого или брюхоногого? А как она называется? Вы запомнили? Морской гребешок. Вот. Так, хорошо. Девочки теперь. Двустворчатый, правильно, молодцы. Доставай, пожалуйста. Максим, да. Максим. Двустворчатый или брюхоногий? Это брюхоногий моллюск. Раковина брюхоногого моллюска. Так. Да, это камень, который мы с вами тоже собираем вместе с ракушками. Продолжилось занятие в белом зале музея, где встретила гостей директор Ольга Михайловна Тиран и сообщила им новость. Сегодня у нас в музее открывается новый детский творческий клуб. И вы первые участники этого клуба. Вот мы хотим назвать наш клуб детского творчества «Дунаишка». Практической частью урока стало творческое задание. Из камушков, ракушек разных видов и другого природного материала ребята мастерили поделки, проявляя выдумку и фантазию, а затем устроили выставку своих работ, некоторые из которых станут экспонатами отдела природы. Тамара Бобровская, веб-студия «Курьер».